Меньше месяца осталось до арбалетного мундиаля. По словам организаторов, 20-й чемпионат мира без преувеличения станет главным событием года в арбалетном спорте. Сейчас идут последние приготовления к грандиозному турниру. Как было озвучено на заседании оргкомитета, готовность к чемпионату на 99%. По той информации, которая есть у меня на сегодняшний день, каких-то явных опасений за реализацию данного проекта у нас нет. Все идет в соответствии с тем графиком, который мы, Валерий Александрович, с вами утвердили, который мы представляли губернатору. Команда, которая сейчас это сопровождает, в полном объеме погружена и выполняет все те задачи, которые перед ней были поставлены. Второй раз в истории Россия получила почетное право проведения столь значимого и масштабного турнира. 18-й чемпионат мира проходил в Улан-Удэ, Бурятия, в 2015 году. На сей раз эстафету принимает Ульяновск. Мы решили, что Москва переполнена и так спортивными мероприятиями. Нужно провести где-то в регионе. Но краше, чем Ульяновск, я не видел. Разлив Волги, доброжелательные люди, спортивная инфраструктура, исполнительная власть – как бы все только нам в плюс. Поэтому решили здесь. Юбилейный арбалетный мундиаль планирует собрать порядка 500 спортсменов из более 30 стран мира. В Ульяновск приедут лучшие стрелки мирового рейтинга Международного союза стрельбы из арбалета. Открытие чемпионата состоится 14 августа на Соборной площади. Финальным аккордом 20-го чемпионата мира по стрельбе из арбалета станет торжественная церемония награждения победителей и призеров, а также гала-концерт в Ледовом дворце «Волга Спорт-Арена» с участием дискотеки «Авария». Все это будет 18 августа. Ведущий мероприятие – известный футбольный комментатор Виктор Гусев. Вход на соревнования свободный. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.